Соня. Стоял у дороги малыш босоногий, а рядом как будто сестра. «Черники не надо?» – и спрашивала взглядом, и банку тянула рука. Вокруг только лес, ни села, ни домишки, видать, издалека их путь. «Ребята, вы чьи?» – а в глазах у мальчишки испуг, хочет взгляд отвернуть. «Мы местные, дом наш в 5 километрах, нас ищут, чтоб взять в детский дом. Домишко худой, не спасает от ветра, вот кормимся этим трудом». Беда. Как помочь, поддержать? Вот задача. Купили черники у них, узнали про адрес и едем на дачу. Все мысли про этих двоих. Через сколько-то времени сели в машину, набили вещами, едой, поехали. Видим такую картину. Стоит дряхлый домик с трубой. Деревня заброшена, все обветшало. Ни света в домах, ни тепла. И сердце куда-то как будто упало. А где же птенцы из дупла? Выходит девчонка, узнала. Улыбка проходит по бледным губам. Нашли, значит, адрес совсем не ошибка. Гостинцы приехали к вам. История долгая, это начало. Теперь забежим под конец. Девчонка-то, мать многодетная стала, и с мужем идет под венец. И дом ее новый, сосед наш по даче. Бываем в гостях каждый раз, когда проезжаем. Дай Бог им удачи! Такой вот счастливый рассказ.